Оп. Я сразу закрыл. Да как? Серега, ты... Ёбаеб косяк, я косячий. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гарри Смот. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Тем удачи. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Neocat, Logdog, пацаны, поздоровайтесь. Всем приветики, облячики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта FNAF 1, и давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Если тебе опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем с Серегой выживать. Погнали. Есть? Не стоит, там тоже кто-то есть. Ой, закрыл, закрыл, закрыл. Не стоит, хорошо, ребята. О, бежит, бежит, бежит. Ну что ты, Серега, как псих? Я вот не слышу никого, я прислушиваюсь, но вот что-то совсем плохо слышно. Ё-моё! Я не успел, ладно. Ну блин, обманщики какие, а? А что ты смеешься? Ты что, им подсказываешь, как играть, что ли? Пацаны, слева заходите, я вам дверь открою. Ой, вернее... Ты что, за аниматроников? Нет, 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 я охранник, ты чё? А ну смотри, есть там кто-то? Я не вижу. Отлично. А, лезет! Ё-моё! И своего убил. Магическая мангл, блин, вообще сильный аниматроник. Серега. Предатель, я понял. Импостор. Нет, ты просто не видел ее, потому что она как-то так вот снизу ее. А ползла. Она, блин, невидимая была. Ах ты хитрая манглиха. А, ё-моё, я успел закрыть. Да я не успел закрыть. Yes. Слышишь, аниматроник этот лежал тут на полу, шкерился. Так, я вижу, лазит. Лепиздрик. Ну-ка. Нет, РПГ нет. Тихо как-то. Да-да-да. Сейчас что-то будет. Ждем. Они очень хитрые, ребята, они могут нас так обмануть, и мы даже не будем ожидать. Я вижу по тени, вот челепиздрик. Кошмарный балунбой. Открываем. Да ты, да что за аниматроник крыса, а? Да как, Серега, мы с тобой не видим их, если они там сидят постоянно. В невидимости им надо поменьше быть. Молодцы, молодцы, хитрые жуки. Я вижу, бежит. Серега, извини, обстоять. А, нет, ты живой. Уже нет. Надо было, Серега, выбирать, или я бы умер, или мы вдвоем бы умерли. Я выбрал, что ты один умрешь. Это как инстинкт самосохранения. Говнюк. Да нет, я же выжил, ты... О, стоит. Я тебе посраки там. Так мы вдвоем бы умерли. Ну, вместе бы. Да так как смысл? Так надо, чтобы кто-то выжил. Смысл есть везде, а смысл... В смысле смысл? Я вижу, когти торчат. Поубирай их отсюда. Морда. А здесь есть кто-то? Ну-ка. Есть? Я не вижу, может, ты лучше посмотри. Вижу, вижу какой-то аниматроник, я видел тень. Чуть-чуть видел. Немножечко захватила камера. Слышу, как кто-то бегает вот здесь слева. Открывать, Серега? Закрой лучше. А я проверял, видишь, я открыл и закрыл, он сразу прибежал. Это ты какая. Ах ты, говно, ты что тут ходишь, там окна вымазываешь. О, у него такая анимация, без, да? Эндоскелет, ой, без скина. Руки вверх, это полиция. Трусы наверх. Опа, Фокси ожил. Я успел сразу закрыть. Я успел, я успел. Ого, звук конченый идет. Слышь? Тебе тоже этот звук идет? Да, вот. Команд, блин, вот то что этот пердящий звук идет. Уходи отсюда, прочь. Я тебя вижу, вонючка. Ушла.
Проверяем. Здесь вообще возможно двери держать открытыми или нет? Да. Ну нет. Я думаю, что нет. Это 500-я ночь. Все, Серега, определил сложность. Спустя какой-то веки. Так, Серега, я на обход иду. Ай-я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 й! Да. Ну как там в обход сходил? Да ну не получилось. Что-то, короче, не получилось. Не так пошло. Уползай отсюда. Опа, я слышу. Это он звуки такие издает? Да. Как будто внутри человек, да, кричит или смеется? Есть такое. Нифига себе, что за Рамштайн. Опа! Блин, я хотел только двери открывать. Думаю, сейчас открою двери, и он прибежал. Ай-яй-яй-яй, ты хитрый, я проверял. Марионетка, смотрите, какая быстрая. Мы не будем открывать. Очень страшно, очень страшно. При открывании двери мы рискуем сразу умереть, еще и вдвоем, одновременно. Так. Я, видишь, я сразу... Серега, ну смотри, я открываю на секунду, они прибегают сразу. Так, подожди. Ты че руки в боки тут расставляешь? Че, они там падают, что ли? Самоубийством занимаются или что? Оп, я сразу закрыл. Да как? Серега, ты... Я косячник. Да ну, Серега, мы по очереди, все по-честному. Два косячника собралось что, проходить что в ночь. Что я молодец. Обращайтесь, ребята, кому надо пройти ночь, мы с Серегой можем это сделать. Бесплатно. И кто хочет с нами пообщаться вживую и просто классно провести время, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Мы каждый день там сидим и общаемся. И записываем через Дискорд. Я жирного где-то слышал. Слышишь? Как-то? Да, вот он ходит. Ты хоть какой аниматроник? Так он вроде небольшой, а такие громкие звуки издает. О. Чё? Убежал. Обиделся, Серега. Потому что воняет говном от него. Подожди, а здесь? Он стоит. А с этой стороны есть он? Оп! Сразу закрываю. Я успеваю! Отлично, блин, это было рядом. Никого нету. Я успею. Не буду лезть. Да-да-да-да-да. Я смогу затащить, они не успеют проникнуть. А прикинь, он в инвизи. Да ё-моё, я чуть со стула не упал. Ты чё так? А как так-то? Так он в инвизе тебя убил. А меня не убил. Ах ты подлец. Меня пощадил. Он красиво прицелился в меня и замочил меня. Угу. Хорошо, я тебя запомнил в лицо. Ах ты, блин. Да каким образом? Я тебя не вижу. Если они сейчас в течение минуты не смогут убить... Именно обманув, то мы затащили. Охранники будут сильнее. Ё-моё! А этот раз не считается, да, наверное? Я выжил, самое главное. А, все. Значит, еще есть шанс у нас. Серега, молодец сегодня. 3, 2, 1. Все, я взрываю. Я готов умереть, потому что наш вообще Серега взорвет все здесь. Ох ты. Ну, Серега, а как бы они нас убили, если двери были закрыты? А, взяли бы аниматроника, который сквозь стены проходит. А, да, или через полы могли проникнуть. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Посмотрим на ролики. Еще. Это сейчас.